Последняя тренировка перед полуфиналом. Последняя возможность оказать психологическое давление на будущего противника. Но что говорит Йоахим Лёв? Испанцы – блестяще организованная команда. У них самое сильное нападение. Они сыграны. Полузащитник испанцев Шаби Алонзо в ответ хвалит немцев. Это настоящая команда. Совместными усилиями к общей цели. Вот залог их успеха. В обеих сборных есть выдающиеся игроки. Обе команды в прекрасной форме. Тренер испанцев Висенте дель Боске еще до полуфинала назвал победителя. Мы представители европейского футбола. Мы можем гордиться тем, что Германия, Голландия и Испания вышли в полуфинал. Прав дель Боско, новым чемпионом мира так или иначе станет европейская команда.